Отдали весь третий этаж. Поликлиника номер один ЦК МСЧ в активной стадии преображения. Первой переменной стало увеличение количества пациентов. Теперь сдать анализы и записаться на прием к врачу могут не только сотрудники УАЗа, но и жители Засвияжья. В поликлинике обслуживают 10 тысяч работников. Сейчас формируется список тех, кого закрепят за медучреждением из района. У нас в наличии есть все практически узкие специалисты, которые нужны, необходимы и для медосмотра, и для любой консультативной помощи, и для лечения, в том числе амбулаторной помощи. Вот. На самом деле, вот такая доступность, это на самом деле очень важно. Доступность для людей, чтобы была не только качественная медицинская помощь, но еще и доступная. Для доступности продумают и маршрут. Рядом с проходной планируют сделать остановку и запустить автобусы, чтобы пациенты, особенно передвигающиеся с трудом, не ходили пешком по территории завода. Совсем скоро поликлинику также ждет ремонт. Здравницу приведут к стандартам бережливой поликлиники, что включает в себя открытый тип регистратуры, свободный холл и отдельную зону ожидания. Работы ведутся согласно нацпроекту здравоохранения и программе преображения первичного звена. В рамках вот недели здоровья, да, Всемирный день здоровья же 7 апреля, да, вот, и поэтому вот в преддверии этого дня, значит, у нас сегодня неделя такая здоровья, и мы организовали, вот вы видите, кардиодесант, такая акция, это, значит, сделали площадки здоровья, проводим сегодня беседы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо бесед, специалисты сделали пациентам скрининг-тест, рассчитали индекс массы тела, измерили уровень артериального давления, сахара и холестерина, провели электрокардиографию. Хорошая поликлиника, все очень доступно, удобно, чисто, светло, хороший персонал, очень много узких специалистов, то есть удобно, никуда выезжать не надо, все на территории завода. Поликлиника номер один работает в Ульяновске с 1971 года. Рената Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.